Для многих ребят, присутствующих в зале, такие праздники в Самарском дворце ветеранов – редкая возможность выйти из дома. Для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел городской онлайн-фотоконкурс «Осенний калейдоскоп». Вместе с родителями ребята создавали поделки и аппликации из природных материалов, готовили блюда из того, что выросло в огороде, фотографировали свои работы и отсылали жюри. Организаторы праздника – Всероссийское общество инвалидов и комплексный центр социального обслуживания населения. Мы начинали с 10 семей. Сейчас 31. То есть, понимаете, вот за эти несколько лет люди поняли, что это интересно, что это познавательно, что это сближает людей, что людям помогает как-то изменить свою жизнь, выйти в люди и показать, какие мы хорошие. Мы постарались сделать, чтобы мероприятие было и праздничным, и музыкальным, и познавательным, и вкусно. У нас уже этот традиционный праздник, осенний калейдоскоп, который мы уже организовываем 3 года совместно с областным обществом инвалидов. В празднике в основном участвуют у нас дети с ограниченными возможностями здоровья. Мы проводим изначально, да, за 2 месяца онлайн такой конкурс, где ребята представляют какие-то свои работы. Жительница Самары Виктория Борисова рассказывает, ее 9-летние дочери-тройняшки Анастасия, Екатерина и Светлана и поделку на конкурс сделали, и перед зрителями выступают. Конечно, я хочу сказать огромную благодарность, что нам дают такую возможность организаторы принять и участие, и детей простимулировать этим, и это объединяет семью. Победителям конкурса вручили сертификаты на покупку детской одежды. Кроме того, детям и их родителям вручили наборы продуктов. Михаил Ермоленко, Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События.